Итаки, здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами Кэп Алатриста, и сегодня я таки покажу вам, как заработать немножко денежков, использовав некоторые моменты только что произошедшего обновления 0.5.7. Наверняка многие уже заметили эту возможность, для многих это будет не секретом, для всех остальных, так сказать, показываю, следите за руками. Все дело в том, что в крайнем патче у нас немножко, скажем так, мягко говоря, поменялась система модернизации корабля. Некоторые модули ушли, так сказать, канули в лету, некоторые появились новые, и в том числе вам должны были начислить новую модернизацию погреба боеприпасов, модификация 1. Сразу вам говорю, по моей субъективной точке зрения, это абсолютно бесполезная фигня, которую можно заменить флажком. Я не буду ставить минус 70% к вероятности взрыва погреба, потому что нашу самую главную модификацию, которую мы ставили в первый слот, значительно поапали. Вот сравните это и вот это. Просто ненужная штука, я ее легко заменю флажком, который дает 100% защиту от детонации. Соответственно, все 64 вот этих вот модуля, вернее, простите, модернизации, которые достались мне, можно совершенно смело продавать. Но как это сделать? У нас же, мать его, нету склада, с которого можно что-то продать. Вуаля! Все очень-очень просто, и уверен, что большинство из вас уже догадались, как я это сделаю. Нам нужно купить корабль. Поскольку, так сказать, чтобы прибавочная стоимость наша была максимальной, наши затраты должны быть нулевыми. Соответственно, покупаем мы корабли начального уровня. Я уже, честно говоря, немножко подготовился, купил все, кроме Хашидати. Вот мы его приобретаем, слоты командир, разумеется, не нужны. И получается, что у меня сейчас есть вот эти вот 4 начальных корабля. Давайте смотреть, модернизируем их, ставим вот эту вот самую модернизацию. Давайте сразу, чтобы мне было проще, тупо включаем фильтр. Так, Хашидати, да? Эри, американский. Тебя тоже мы модернизируем. Вот так вот. Орлан. И тебя вылечит. Отлично. Что там у нас осталось? Хермелин. И Хермелин у нас получает вот такую вот штукенцию. Честно говоря, я даже не знаю, почем можно будет эту модернизацию продать. Убедимся в этом, так сказать, в прямом эфире. Продаем. Нет. Демонтировать не надо. Все продать. 62 500. Отлично. Сколько же у нас тогда будет стоить общая сумма продажи? Итак, если посчитать на калькуляторе, я вначале было подумал попродавать все в прямом эфире, но это будет, мать его, просто очень-очень долго. Соответственно, получается, это ровно, вот в моем случае, 64 модернизации я продам ровно за 4 миллиона. Конечно, это потребует определенных расходов времени, но, вы знаете, это будет быстрее, чем, скажем так, накатывать 4 миллиона, например, в том же самом рандоме. Ну, друзья, надеюсь, вам данное видео помогло. Вы сможете немножко поправить свое виртуальное финансовое состояние в данной игре. Если вам данный совет все-таки показался полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, если вы еще этого не сделали. С вами был Кэп Алатриста. Всем пока, до новых видео и берегите себя.